В течение трех дней с 27 по 30 августа в Саянске проходила ежегодная ассамблея саянской общественности по вопросам образования. В планах мероприятия значилась не только конференция «Встреча с общественностью», но и научно-методическая работа педагогов. Состоялось очередное заседание научно-методического совета по теме «Новые тренды в образовании. Возможности и проблемы образовательных учреждений города». Заседание городских методических объединений, где педагоги обсудили новые формы организации учебно-воспитательной работы. Прошла учеба-консультация для директоров образовательных учреждений и их заместителей, а также совещание руководителей образовательных учреждений, где собравшиеся обсудили уровень готовности образовательных учреждений к новому учебному году и план работы на 2014-2015 учебный год. Открылась же ассамблея выставкой детского творчества, где были представлены работы воспитанников и обучающихся всех образовательных учреждений города. Тема ассамблеи саянской общественности этого года выбрана не случайно. Тренды современного образования и их реализация в муниципальной системе образования города Саянска. Сегодня настал, наверное, тот момент, когда мы четко и конкретно должны поставить перед собой задачи, позволяющие нам реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты. Уже четвертый класс в этом году, который пойдет обучаться как раз по федеральным государственным образовательным стандартам, окончив этот год, скажет, что вот это новое поколение детей, вступающее в основную школу, совершенно иное поколение, которое по-другому воспринимают мир, и, соответственно, работать с ними нужно тоже по-другому. И наша сегодняшняя задача – это прежде всего изменить сознание учителя, его мышление, способность и готовность его принимать новое и принимать новых детей. А стало быть, искать такие формы, методы, пути работы с детьми, которые позволят действительно создать условия для их развития, чтобы наши ученики стали полноценными гражданами российского общества и сумели, ну, достойно жить в этом обществе и развивать его. Потому что мы совершенно точно знаем, что Россия – это мощная, сильная страна, и за нами, за образованием, за нашими детьми будущее нашей страны. В день открытия ассамблеи в Саянске прошла педагогическая конференция, началась которая поздравлениями педагогов с началом учебного года. Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года. Это праздник всего педагогического сообщества, всех тех, кто воспитывает духовный, нравственный и интеллектуальный потенциал будущей России. Пусть наступающий учебный год будет для нас наполнен открытиями, творческими преобразованиями, успехами. Пусть легко покоряются самые высокие вершины педагогического мастерства и смелые творческие замыслы. Система образования города Саянска достаточно мощная, я считаю, оптимальная, эффективная. Она стоит на первом месте по финансированию в городе. Почти 75% городского бюджета в системе образования. И я считаю, что наши педагогические коллективы, те, кто работает в сфере образования, с достоинством, честью и эффективно отрабатывает эти деньги не только для города, но и для региона и России. Конечно, наши школы стареют, но благодаря стараниям администрации учреждений, педагогических коллективов, родительской общественности, благодаря помощи областного правительства, они поддерживаются, все наши учреждения, на должном уровне. Посетила городское мероприятие и заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, которая высоко оценила работу специалистов системы образования Саянска. Мы абсолютно уверены, что именно педагогическая общественность города Саянска готова к тем преобразованиям, которые происходят у нас в последние годы.
И те новые термины, которые появились в нашей работе, и инвестиции, инновации, вот тут даже тренды, да, уже видим тоже новые направления, они абсолютно вам понимаемы, и вы знаете, как двигаться. Потому что создана очень серьезная база, серьезные наработки. И Саянская школа всегда была одним из лидеров не только в региональном, но и в отечественном образовании. Ведь ваши педагоги, многие стали лауреатами премии губернатора, премии президента Российской Федерации. Многие наработки стали изучаться не только на уровне региона, но и по всей России. За это вам огромнейшее спасибо. Конечно, вы одна из немногих территорий, которые очень успешно решают проблему обеспечения дошкольников образованием. И проблема обеспечения детей местами от 3 до 7 лет вами уже решена. И вот буквально в ближайшее время еще распахнут гостеприимно двери новых групп. Это тоже ваша заслуга. Вы нашли внутренние резервы, вы очень многое сделали для этого. И, конечно, то, что 70% ребятишек охвачено дополнительным образованием, это гигантский труд. За это вам отдельное спасибо. Значит, дети не будут свободны, не будут предоставлены сами себе, а будут демонстрировать нам вот такие замечательные достижения, которые мы видели уже в вестибюле, на выставке. И вот то, что открыло сегодня этот замечательный наш праздник. Хотя это праздник профессиональный и праздник работы. Потому что сегодня вы будете и завтра, и послезавтра работать. И у вас остается совсем маленький перерыв для того, чтобы опять целый год изо дня в день вот постигать, вернее, давать детям те знания, за которыми они пришли. Пусть дети оправдают ваши надежды. И, конечно же, и родители будут благодарны, а дети будут стремиться к знаниям. В ходе работы ассамблеи вниманию участников был представлен доклад начальника управления образования Ольги Безродных о результатах работы муниципальной системы образования города на 2013-2014 учебный год и планах на предстоящий учебный год. Собравшиеся в зале также обсудили изменения в методической работе системы образования, педагогические аспекты информационной безопасности личности, возможности и проблемы работы дошкольного образовательного учреждения в новых условиях в процессе введения федерального государственного образовательного стандарта, систему условий для развития детской одаренности и другие темы. Впереди 1 сентября. Педагоги города к началу учебного года готовы. К такому выводу пришли все участники работы ассамблеи.